Если ты хочешь получить лицензионную версию Bimaging Drive бесплатно, то принимай участие в конкурсе от моего канала, который начнется тогда, когда на канале будет 100 подписчиков. Для того, чтобы участвовать в конкурсе, тебе необходимо быть подписан на мой канал и на мою группу ВКонтакте. Трое победителей получат бесплатно лицензионную версию Bimaging Drive. А теперь давайте перейдем к тому, ради чего вы смотрите это видео. 1000 часов в игре Bimaging Drive. Многим не хватает чего-то необычного. Например, кто-то, увидев классную тачку, думает: «Я бы хотел, чтобы на эту тачку был винил антикоронавирус, как у Булкина». А кто-то считает, что мог бы спроектировать винил не такой, как у всех. Так сказать, стать владельцем уникальной тачки. Однако, как это сделать? Вы находитесь на канале MeN, и в этом видео мы вместе разберемся, как же создать свой уникальный скин в Bimaging Drive. Приятного просмотра, погнали! Для начала разберемся, что требуется для создания скина. А все, что требуется, я подготовил, и вы можете скачать папку с практически готовыми файлами по ссылочке в описании. Далее, в удобном нам месте создаем папку под названием Vehicle. Далее, в созданной папке создаем еще одну папку с названием автомобиля, на которой мы будем делать скин. Название можно взять из текстового документа, который находится в скачанной нами папке. Далее открываем созданную нами папку и создаем последнюю папку, которой даем название нашего скина. Для примера я выбрал то самое название, которое прозвучало в начале видео – антикоронавирус. Следующий шаг. Из скачанной ранее папки с файлами мы копируем два файла – Materials и MySkin и помещаем в созданную нами папку антикоронавирус. Далее переходим в папку «Скины стандартных машин». Находим файл с названием нашей машины и также копируем созданную папку «Антикоронавирус». Последнее, что нам необходимо, это отредактировать три файла. Первым делом открываем файл MySkin и меняем слово CarName на название машины. Далее переходим к слову skin name, которое мы меняем на название нашего скина. После чего нам необходимо заменить строчку your skin name также на название нашего скина. Далее закрываем. Сохраняем и меняем название файла опять же на название скина. Теперь перейдем к файлу Materials, в котором практически те же самые действия. Carname меняем на название автомобиля, а skin name меняем на название нашего скина. Сохраняем и закрываем. Ну и теперь переходим к созданию скина. Открываем файл с названием автомобиля через Photoshop, либо же через paint.net. И далее креативим как только можем. Тут все зависит от вас, вашей фантазии и креативности. После того, как мы закончили креативить, сохраняем наш файл в формате DDS и с названием нашего скина. Дело осталось за малым. Созданную нами папку Vehicles добавляем в архив в формате zip с названием нашего скина. Напоминаю, в данном случае это антикоронавирус. А какое вы уже название дадите, это ваше дело.
теперь открываем мои документы. Папка Bimaging Drive, далее папка Mod и закидываем в эту папку наш созданный архив с нашим скином. На этом работа закончена. Осталось только проверить работоспособность и убедиться, какие мы крутые. Запускаем игру, выбираем машину, на которую мы создавали скин, открываем меню тюнинга и выбираем наш созданный скин. Вот и все. Вы научились создавать скины на нашу Bimaging Drive. Если вам это видео помогло, то я искренне очень рад за вас. Вы молодцы. Всего вам самого наилучшего. Удачи во всех начинаниях и спасибо, что вы посмотрели это видео. И кстати, не забывайте про розыгрыш и про мою группу ВКонтакте. Всем пока!